не в миле, а где-то в сторонку надо будет отходить. Да, и... Давайте, Арчена, этот фулбаф быстрее дали и поехали. Арчена фулбаф. Глю, не забывай, баба массакра на поездах первый. Ну, просто массакра, точнее, без бабл. Бабл там, если что, на метку ставлю. Сокру, главное, себя сними. Надеюсь, у тебя есть макро. Два, один, фул. Блять, зеленый нахуй. Какого хуя, блять? Я ж говорю, поэтому смотреть. Вот ты зря так ко мне подошел, просто с тобой вайп. Да я уйду сюда, не переживай. Блин, хуй, сейчас весь бой АФК буду стоять. Пиздец, блин. Поэтому лучше все смотрите перед началом боя. Какой на вас баф, добавлю. Лужа мили. Бланк, бля. Ну, сейчас поезда будут. Лужим. Сокру давай. А, ебать тут. Ваку заебашил всех. 319 тысяч сюда, ебать. Стес, блин. Неужели сложно отойти? Ладно, бейте, пока нормально. У меня, блядь, фиолетовая была какого-то ляда. Так, тихо, 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 тихо. Лужа 5 секунд примерно. Вот сейчас лужа должна быть, вот сейчас. И метки. Я, в принципе, могу попробовать встать. Поехали, да? Какая метка у нас. И да, нахуй. Лужа ебанула еще миликов почти. О, зеленый вообще отлично. Так, сейчас лужа должна быть. 1-2 секунды примерно. Не по таймингу накидается. Нихуя нахуй. Лужа HDD. Прохил. Акума, чуть вправо сдай. 2.48. Да-да-да, нормально. Так, поезда аккуратно. Поезда. Отходим. Блять, планк. Ну куда вы? Не-не-не, на нем метка была, все нормально. Нормально. А сейчас Undertouch всех поубивал. Да все нахуй, теперь Undertouch заебашился. Господи, ну блять, ну пиздец, ребята, ну сколько можно, ну ебануться нахуй. Я ебал эту 25-ку, я лучше вообще не буду иметь этих чарок, да, чем вот так эту хуйню страдать. А не, чарки то, бро. Вы сами занимаетесь, вы сами занимаетесь этой хуйней нахуй. Да смысл нахуй первый бить, надо убивать нахуй уже всех, блядь. Если люди нахуй не понимают, что делать, ну типа смысл вообще нахуй. Ну, хуй знает, уже сколько пулов нахуй было, блядь, и этот конфликт постоянно хуярит всех. Ну это, не могут это реально смешно просто, но это пиздец, блядь. Если, блядь, ну челики не могут с пикселей выйти с этих луж, нахуй, вот сейчас вот это конкретно слушать их было, нахуй, на поездах, нахуй. Ну это пиздец, нахуй. Нахуя им вообще, блядь, в дальнейшем какой-то идти актуал? Ну, допустим, в акту. Найдите замену мне, пожалуйста. Мне на работу завтра, дебаф. Я хочу спать лично. Посмотрите все дебафы. Ваку взял всех, вайпнул и сказал: о, вот, меня... блядь, ваку 10 траев был, заебись нахуй, один раз накосячил, все пизда, ваку, блядь, все охуенно хуй. Три раза вайпнул, где-то охуенно заебись был 10 траев. Пиздец. Тихо, успокойтесь нахуй. Все, вайпнул. Дружище, ты не прав. Мэр за 5. Не прав, ну да. Так, это сколько наш человек в рейде? 23. Швепс, можешь в РДД зону идти. Теперь. Остальные все те же остаются. Ну а, ну вон, на втором месте Ваку, ты мне еще что-то будешь рассказывать, остановись.
Это полная чуть, типа. Ну это мне кажется, даже не полная, это за несколько только. Не, не полная, я уже только что глянул. Давай, серчи на полмах. Шваш повторяет, и теперь варды, да. Каску. Еще раз повторю, смотрите свои дебафы перед началом, когда кидается. Все, вот на исходной вот стали отчет даю. Все, я надеюсь, у вас получится. А хуй пуляете быстрее вода, это пиздец. Я так ДБМ просто не вижу вас. Ты как-то максимально хуёво его поставил. То есть, ладно, чё, нормально. Всё пойдёт. На это уже примерно ещё будет. Вот чё, уже должно быть. РДД, милики точнее. Ой, бля. Больно. Наталья, чуть-чуть вперед можешь? РДД, поделитесь местом там. Если видите, вы мешаете кому-то, дайте место. Поезда 5 секунд. Я уже даже поезда. Подходим, не лутаем эту хуйню. Два хила уже вижу. Что сделать? Тут хилить, в принципе, нечего. Плюс-минус. Так, сейчас лужа будет через 5 секунд примерно. Мили. Ясно, блядь. Сейчас метки будут в лужу. Через 10 секунд примерно. Поезда потом. Лужа сейчас метки должны быть. Лужа РДД. Поезда сейчас должны быть. Метка Вондер с ним. Ну, я суицелился. А, реслин, 220 тысяч. Реслин конфликт захуярил. Не, блядь, это пиздец, нахуй. Ну, то реслин сейчас получил поезд просто, нахуй, милики. Не, ну шансы... Ну, бейте, пока бейте, шансы есть, да. А БР есть, но лучше валы? Нету, не, ну лучше не БР. Кажется, еще хуже будет. Только сбегайте сейчас, потому что сейчас нельзя людей продавать. Мало не может продавать БР, да? Нет, он не может. Не надо никого бэрить, бейте. Бейте так. Минимум по 3 человека сбегайте. По 3 человека, там вдвоем вас шокнуло. Мироечи. И потом сразу выходить служить. Ой, пизда, сбежались вы нахуй, пацаны. Тайминг нахуй. Лучше бы не сбегались, лучше бы он умер нахуй. Че, падаем, время тянем? Падайте. Падать. Теперь. Теперь конфликт. Давай, смотри, в луже стоим. Оп. Выебись. Блять. Ну, типа, вначале мне казался супер сложным боссом, вот этот, поначалу. Ну сейчас я смотрю, это нихуя не сложно, босс, но... Я не знаю, вот, блядь, я, конечно, всех заебала, но так у меня такое ощущение, что вы до сих пор не понимаете, что происходит. Вот я просто вижу, как люди сбегаются с метками и не сбегаются с теми, с которыми надо. Просто на глазах. Я не буду ники называть.
Владыка ужаса, можешь идти, если хочешь. Ну, я тебя не держу. Вон джис, два джиса стоит, нахуй. Три. Слушайте, никто не заметил систему вот этих меток какая? Типа, сначала на зеленых или сначала на фиолетовых кидает. И два вида меток есть, которые колодцы, есть которые... Давайте крайний на сегодня пул сделаем еще, наверное. Раз дохуя уже человек уходит. Шкаф поставьте. Надо остальных босса попробовать убить. Нет, слушай, дохуя уходят, наоборот места будет больше. Пойдем, значит, завтра, нахуй. Ну, не завтра, там, другой день, нахуй. Все. Ну, смотри, получается, если мы сейчас просто убиваем, то у нас КД вот у всего рейда, и мы не сможем потом разделиться. Пойдем, напишем, ну, пачки. Просто его убить, и по... Да, на остальных мы там за 10, за 15 минут убьем, двоих, что там их убивать. Только на пульте. Ну, у нас еще проблема в том, что вот, блядь, у нас вот мы пульнули нахуй. И вот это вот, блядь, Шишкина нахуй и ситуация, блядь, как Венза нахуй. 15 минут, сука, вы пиздите нахуй и ресаетесь, блядь. Как мне эта хуйня напрягает. Это просто пиздец. Скажите, когда пулять? Да, Андертач, ты в мини. Я бы спешил туда отправил. Ваку, не видишь человек, где уже стоит? Глю. А глю в Долоране, понял. Да. Ты же выкупаешь, что я вперед блинком выхожу? Ну, я уже собирался ходить. Все, отчет даю. Помешал. 3, 2, 1. Пол. На раньше времени не спорим. Чё, брат, правее подвинься. Плюс-минус 8 секунд до лужи. 5 секунд до лужи, примерно. Готовьтесь. Лужа должна или... Пизда. Олдстар, отойди от меня. Так, лужа примерно 7 секунд. Мирай, айсбаунд. Мирай, уйди в стене, блядь. Айсбаунд, зеленку нажми. На похуй. Сунжура, ты, блядь. Ой, да, прохил. Блять, конечно, пиздец. Все те же нахуй умирают из ордера. Каждый, сука, больно. Сейчас бы до лужи. Езда. Вышли. Лужа сейчас должна быть. Скоро. Фильтр ты до зоны. Колесо, которое мы скидываем. Лужа, мили.
Твой да, прохил. Ложь сейчас будет. Да-да-да. Спейси. Тут некому Вайда уже хилить. Не метка была. Я вижу, нахуй. Просто все хилы сдохли. Ну этот друид постоянно умирает. Он, блядь, вообще нахуй. Самый первый. Все пулы нахуй. Все, расходимся-то. Че нахуй? Вообще можешь попробовать тебя других духов. Не-не-не. Да никаких нахуй других бить, смысл нахуй. Ну, типа пошли сюда, нахуй, повайпались. Ну, челы не понимают, ну, каждый раз умирают, ну. Я ну. Предлагаю просто минусовать. Пойдем в следующий раз, на. Я вам если говорил, блядь. За это, давайте ЕП пусть минусуют, но это пиздец просто. Человек понимает, что это безнаказанно, он и не хочет улучшать свои навыки. Просто стоит, блядь, и вайпает всех, нахуй. Типа, ну... Я предлагаю такой вариант. Ладно, да не то, что вайпают. Он сказал, нас, я... Ну, нет, так тут первый раз он... есть люди, которые пришли, но они я просто, блядь... Молчу, уже да, сколько, сколько мы просто, ну, уже это, плов сделали, уже, блядь, я не знаю, сколько раз я, блядь, сказал, что делать, сколько раз другие люди, нахуй, и так далее. Все равно, по сути, одно и то же. Все те же люди умирают. Ну вот даже систематически человек уже ходит. Это не то, что человек там, блядь, ну не понимает. Он просто не может этого сделать. Но. Для него это сложно, вот и все, нахуй. Надо было два босса убить, нахуй, и на этом разойтись, бля. А зачем мы пойдем завтра там? Да допустим? Не, все, потом просто потом допринесем просто в пизду. Ну, нормально. Зайдем и закроем эту хуйню.